Дорогие наши студенты, я вас поздравляю с наступающими праздниками Нового года и Рождества. За этот год нас стало больше, и мы стали сильнее. Наше влияние распространяется сегодня далеко за пределы института. Мы стали действительно влиятельным органом страны. А наш институт не просто учебный. Это уже становится полноценным научным институтом, в котором действуют научные лаборатории. Одна лаборатория занимается написанием учебника истории, другая лаборатория, научная, занимается написанием учебника обществоведения, третья научная лаборатория занимается изысками в истории послевоенной тех документов, которые были или спрятаны, или забыты об итогах Второй мировой войны и тех договоренностей, которые были между государствами. Потому что это сейчас крайне важно при той военно-политической обстановке, которая сложилась. Я поздравляю вас, и вместе мы сможем гораздо большее. Мы сможем фактически влиять на политику нашей страны через изменение сознания. Изменение сознания общества. А общество влияет на государство. Государство вынуждено идти вслед за желанием общества. Всего вам доброго. Поздравляю вас.